Ну чё? Нет, да нет, а ты? Да. Ох-ох-ох, ты тут, блин. Говна. Полный подвал. Короче, вот как-то так. Ребята. Постоянно тут забивается. Нет, вот так не дела. Ты можешь не любить. Ну, пожалуйста. Разбежа. Она все, все. Слушай, все, все. Назад. Снимаю кино. Да? Да, где-то сидит. Где Насад? Да ну тут без нихуя задеть. Да там что-то сидит, но без нихуя, да, я посмотрю. Насадку давай. Блять, это такое, нет. Да нет, да нет. Куда не дели, я их заебись стою так. Да нету, хуя знает, куда не едешь. Пролезешь. Чё там? Где пошел? Не поламано. Нет, где пошел в аппарат? Только он без высока должен залезть, Андрей. Знаешь что, я знаю. Андрюх, без высока, попал. Да надо, блядь, с этой хуйней мы чистим как каждый день. Она что там, засталкивает? Да, отверточка нужна. Да не нужно так, девай, нахуй, девай. Ты вдевай, так, с другой стороны. Все, зачем? Все. Все. Михалыч, не тормози. Михал стоит. Я хуй пойму. Что ты не поймешь? Зачем? Ну что, вы залезли? Выйди оттуда. Ну, наконец. Звоню, звоню. Куда? Теперь, оказывается, у нас нет ничего. Где вы были-то раньше? Не, не, просто, да. Нет? В отпуске мы были. А где же мне теперь электрик? Вон он там. Подключает аппарат. Вот, мне надо, всегда у нас лампочку включали, на втором этаже никто не включает, падает. Это куда обращаться? По какому телефону или к кому? У нас нету телефона в этот, квитанция об оплате, там колл-центр общегородской. Телефон туда передают, оттуда его нам сообщают. Вот что делают, а? А что же это сделали, а? Да то и сделали. И вообще, а теперь нас вообще купили. Купили. Москва? Москва или Питер. Кто-то. Ну кто-то купил. Москва, я что-то слышала вроде. Неужели там? Что это вырос? Ну и правильно, нам дуракам надо. И все. Вон, и в других странах. Раз, забастовка, все вышли, и все на место. Иди, что он там, блин, мурлопа, блин, не подключит полчаса. А я что им помогу? Да? А? Теперь в темноте сидеть. Почему?
Там свет горит. Да. Попробуй. Попробуй. Заработай. Есть. О. Да. На. Ну смотри, ты там не понял. Назад скрутка. Да. Ну все, он просто скрутит. Такой скрутит, что надо, давай. Это можно еще две на террасе. Давайте он там вылетит, блядь, и смотается нахуй. Лампочки побьет хвостом, да? Вынай. Надевай, Михалыч, еще раз. Что-то намотало, тряпочка. Салфетка. Помада. Заменная. Идет нормально. Давай идти так нормально, а весь он уже опять, да? Да, ну, братан, пробьёшь, давай еще раз, пойдём. Просто меняли. В общем, говно соскочило, да? А, вот эту дырку делай. Ну, давай так, пройди меня. Смотри, по машинам. Или давай я. Вот там лучше. Не, грязно, нажимай. Проходи, посмотри. Ты сам возьми, смотри. Вытяни. Одна будет. Давай. А вот, блядь, телефон была, блядь, она лучше, да. Она вроде пружина, кажется, давай. Больше, она. Ну, такая. Теперь. Она такая же, но она, блядь, заебись, да. Как ты идешь, блядь, она?
Видишь, остановил. Да там мужчин на это, что как это, как спортсмен гоняет. Один еще есть вот такой же проволоки, просто вот такая хуйня, блядь. Да, это забыл я. Это. Ну что, может, вот эту поставим еще? Да, она такая хватит, что подключим. Она выбивает. Да ну нахуй, вот эту пробежку нормально. Это пружина побой. Блядь, полупятый, давай, следи, она вот такая вот хуйня. Она, блядь, хуйня. Учись, сынок. Вот оно. Она сейчас все равно сюда тормозит, да? Куда это, да? Ну, один нет. Погонял. Ну, газуй. А я думал, она короткая. Вот он, блядь, дерьма ходит по району. Где роба наша? Давай еще. Вот она, блядь. Вот она, блядь. Что сказал, блядь, ты что? Что устранено? Здорово. Что устранено, блядь? Давай, блядь. Здорово, блядь. Вот он ходит, блядь, кругами. Иди. Рыбу лови, блядь. А я что-то глянул, блядь, как мало. Давай, говори, на. Понимаешь, блядь, давай. Блядь, сорвал, блядь. Чё, вот мы не будем ткать. Пошел, было. Говно. Листья какие-то. Листья. А!